поселке Трудовое капитально ремонтируют стадион школы номер 79. На нем также будет отремонтировано футбольное поле и установлено новое оборудование – тренажеры и турники. На текущий момент у нас запущено 14 стадионов. На стадионе 79-й школы у нас выполнены все демонтажные работы. Подрядчик сейчас заканчивает подготовку основания. В дальнейшем переходим к оборудованию беговой дорожки и велодорожки. Беговая дорожка у нас будет оборудована резиновым покрытием, велодорожка будет асфальтобетон, соответственно, ну, с правильной разметкой, чтобы люди ориентировались, куда им ехать. Вот. Также на данном стадионе мы приводим в порядок поле, вычесываем его, восстанавливаем покрытие, то есть травка будет как новая. Ну и, соответственно, площадка отдельная под размещение малых спортивных форм. Это турники, брусья, ну, все, что нужно для школьного образования. Всего в этом году планируют отремонтировать 22 пришкольных спортивных объекта. По 14 адресам уже проведены аукционы, заключены контракты, а подрядчики вышли на работы. Помимо стадионов, в этом году ведется капитальный ремонт 5 школ. 2 во Владивостоке, 1 в Трудовом, Центра образования ступеней и корпуса лицея номер 3 на улице Главной, 39. Артем Белов, Диана Иванова, новости на 8.